Забег «Фонарь» проводится уже более 10 лет. Он неизменно привлекает любителей этого спорта. Как и всегда, участники соревновались в темное время суток. Более 50 спортсменов и любителей навострили свои лыжи в направлении финиша. Длина трассы для мужчин составила 5 километров, для женщин и детей – 3 километра. Настрою оптимизма участников можно только позавидовать. Я готова кататься на фонаре. Первыми на старт вышли дети в двух возрастных группах. Какие сюрпризы преподнесла трасса юным спортсменам, удалось узнать на финише из первых уст. Вначале я выехал первым, потом меня, постарше пацан обогнал. Дальше там я наткнулся на один бугор и чуть ли не упал. На начале старта там был спуск, я на нем упал. Потом на меня наехал мальчик. Потом я встал быстро, и мы поехали. После трассы тестировали женщины, а затем и мужчины, также в двух возрастных группах. Несмотря на морозную погоду, участники и зрители наслаждались дружеской атмосферой близких по духу людей. По окончании соревнований состоялась церемония награждения победителей. Зима в этом году, слава богу, удалась. Все у нас хорошо. Настроение у всех хорошее, эмоции положительные, все здорово. Радует то, что много друзей, соперников. И в итоге получается красивый праздник у нас. Участники еще раз доказали, спорту всегда есть место и время, даже зимним морозным вечером. Олег Соловьев, Виталий Степанов, Светлана Разганова, Десна ТВ.